Всем добрый день, с вами Ольга из Чехии, и сегодня продажа винтажных украшений, а также я вам покажу вторую серию украшений, которые у меня поломаны и лежат. И начну вот с такого вот колье. Это не само по себе колье, сюда еще браслет и серьги входят в этот комплект. Видите, какая незадача. Красивая вещь. Винтажное, все как положено. Замок, крючок. Опс. Покупала, вроде была целая, девочки. Но это такой нюанс часто и густо у меня. Покупаешь вроде целое. Пришла домой. Извините. А там не хватает половины кристаллов. Или вот так вот поломанная. Вот. Браслетик. И самое интересное, что сюда идут серьги. Ну вот так. Ну и вторая есть тоже. Хорошо, что две, но сам факт, что вот такой нюанс. Ну, это надо запаять, но вы же понимаете, что после пайки цена изделия малость другая. Вот так. Красивая. Очень красивая, но как-то так. Это вот такое у меня есть колье. И есть у меня колье. Покажу, как оно должно смотреться. Вот так. Почему только вот покажу? Потому что... Нет замочка. Ну, сюда можно поставить крючок. И как-то это все. Вот. Но к этому колье еще идет браслет. Если колье как-то еще починится, покажу вам то браслет. Вот все же берется в попыхах, пока никто не забрал. Хотя никто рядом не стоит, да. Очередь никто не стоит и никто из рук не вырывает. Вот все равно. Цапнуть, не посмотреть. Ну ладно, тут исправиться, допустим, не проблема. Но опять же, вот смотрите. Я так понимаю, что это должно быть вот так спаяно. И браслет должен быть тут как-то держаться. Ну, в общем, кто же увидел? Никто ничего не увидел. Ну, вот так. Ну, бывает. Есть у меня такая брошь. Я не знаю, это остатки от броши. Сейчас я постараюсь ее тут как-то взять. Или... Так должно быть. Ну, на этой броши, девочки, клеймо вот тут есть. И еще где-то клеймо. Или вот тут на замке. Ну, короче, клеймо есть одно и второе. И это не Чехословакия. Что это за брошь, я никак не могу понять. Вид у нее, конечно, странный, но... Нет, ну, интересная она, конечно, но непривычная, странный. Не странный, непривычный. Ну, может, вот это все надо еще как-то еще и разровнять, или чего-то тут может и не хватать. В общем, кто может опознать красавицу? Вот так. Вот такая есть у меня. Еще... Вопрос у меня вот касательно вот этой красоты. Это чьих будет? Вот, посмотрите. Ну, явно же не Чехословакия, да? Вот тут сережечка такая шевелится. Я не могу понять, что это за брошь. Клейма нет. Замочек покажу. Вот такой замочек.
Вот такая. Кто знает, кто это, что это? Подскажите, плиз, девочки. Ну, а дальше вот такая есть у меня брошь. Это уже из целых, ну, из тех, что я не показывала. Вот такая. И тут клеймо, клеймо. Еще раз клеймо. Вот так сделано. Ну, как тут показать иголку? Замок. Ну, тут, по-моему, это серебро и стоит проба. Вот такая брошь. Да. Руки показываю больше, чем брошь. Вот так. Вот так. Серьги у меня есть. Это серебро, девочки. Ну, покажись, пожалуйста. Покажу одну. Так. Их две. Вот так. И вот тут стоит номер. Вот одна. И вот вторая. Вот эта брошь 8 евро, девочки. Это я четко знаю. Это такая симпатяшка. В хорошем состоянии. Фиксатор на месте. Ну, такая вот красоточка. Так. Есть у меня вот такая пряжка. Ржавая, ну, куплена, как говорится, из любви к искусству. Вот это что такое? Это пластик, я правильно понимаю? Она такая тоненькая-притоненькая. Прямо притонюсенькая, вот, ну, легенькая, ржавенькая. Девочки, вот это пластик, да? Потому что вот как прям тонюсенькая. Вот такая. И есть у меня чудеса народного творчества. Я не знаю, мне кажется, что это все-таки, ну, не заводская вещь, что это все-таки handmade. Замок интересный. Упс. Вот. Девочки, это авантюрин или нет? Ну, это нет, но скажите мне, что это? Покажу сейчас. Вот такая вещь. Ну, там вообще даже очень и красиво даже. Девчонки, подскажите, что это? В общем, у меня сегодня выпуск. А подскажите, что это? А скажите, что то? А еще вот еще за это мне расскажите, девочки. Расскажите мне и всем, кто читает комментарии. А я знаю, что комментарии читают больше народа, чем их пишет. Как оказалось. Вот такая штука есть у меня. Дальше. Это я показывала, не показывала. Ну, ай. Сейчас, девочки, вот. Не знаю, если я не показывала, почему, по какой причине я это до сих пор не показала. Оно у меня, если честно, лежало в коробочке для реставрации. Как оно туда попало, или я просто и про него забыла. Вот такое колье. 18 евро, девочки. Вот замок, все как положено. Я смотрела уже двумя глазами. Почему я его положила, я так и не поняла. Клейма на нем нет, зато есть кошачья шерсть, девочки, в нагрузку. Кому мало своих дома четвероногих, я могу вот поделиться. Девочки, я чищу, я стараюсь, честное слово, но ну вот никак. Я всячески борюсь.
10 евро такая брошь. Все на ней, в ней на месте. Милые дамы, знаете, я хотела сегодня показать вам вещь, которая продана. По-моему, она продана, эта вещь. Сейчас я так резко переключилась, потому что времени уже заняло много. Украшения у меня еще остались. А показать хочу вот эту вещь, потому что ну, это заказ, по-моему, вот это дневник продан, альбом тоже, по-моему, продан. Девочки, это дневник 30-е годы, 34-й дневник, девичий дневник. И я так поняла, насколько объяснили мне хозяйка, ну, продавец, тут записывали подружки этой девочки разные свои там... 34-й год, смотрите. Свои там разные, приразные. 36-й. Какие-то свое мнение, комплименты хозяйки дневничка, еще что-то. Вот смотрите. Девочки, 34-й, 36-й, вдумайтесь, с ума сойти. Состояние какое хорошее, вот даже вот тут 34-й. Такая вещь интересная. Почти 100 лет. И покажу альбом. Это я не знаю, какой год, но тоже старая вещь. Вот так. Сейчас я подниму чуть-чуть камеру, девочки, потому что ну, неудобно. Я извиняюсь, затянула видео. Вот, смотрите. Вот так. Вот так для фоточек такие рамочки, вот так. Ну интересная вещь. А вот по-моему альбом точно продан. Видите? В общем, вот так вот. Вот такие две вещи старые у меня есть. Ну, милые дамы, на этом все. Желаю всем прекрасного настроения. А с вами была Ольга из Чехии. Пока-пока.